Тарьян скрывался, светился на двери косой. И снова народу являлся, большой, по колено босой. Ребенок, я думал о Боге, а видел лишь кудри до плеч, да крупные бурые ноги, да римские латы и меч. Дух гнева, возмездие, кары, я помню тебя, Михаил. И храм этот темный и старый, где ты мое сердце пленил. Примите нас в сессии от их лиц. Желаю, чтобы святой Архангел Михаил своим мечем отсекал все человеческие греховные недостатки. Желаю, чтобы ангел-хранитель, который всегда пребывает с нами, ограждал нас от духов злобы поднебесных и от всего того зла, которое есть вокруг нас и которое пытается изменить человеческий путь и направить его не к Богу, а к вечной погибели. Особое поздравление сегодня к вам, дорогой отец Александр, прихожан этого святого храма с престольным праздником. Желаю, чтобы все небесные силы бесплотные помогали вам в несении своего пастырства, послушания, чтобы тот народ Божий, который вручен вам, не погиб, но обязательно имел жизнь вечную. Всех вас с Днем Ангела-Хранителя. Желаю, чтобы святые небесные силы бесплотные всегда нас ограждали и помогали идти правильным путем Царствию Божьему, Господу нашему Иисусу Христу, которому никогда не будет конца во веки. Аминь. С праздником! Спасибо, Господи!